Сегодня в нашем доме, в центре русской культуры, скорбный день. Мы провожаем в последний путь Юрия Тимофеевича Полякова. Его уход из жизни – это трагическая невосполнимая утрата для семьи, родных, близких. Огромная потеря для центра русской культуры, который он возглавлял в качестве директора более 10 лет. А также для сотен и сотен таллинцев, отдававших ему свои голоса на местных выборах. Ведь, будучи человеком неиссякаемой гражданской активности, Юрий Тимофеевич несколько раз избирался депутатом Таллинского городского собрания, где проработал 11 лет, и в последние два года являлся заместителем председателя центристской фракции Горсобрания. Уход Юрия Тимофеевича Полякова – это невосполнимая огромная утрата как для его близких, так и для всего города Таллина, и, безусловно, для русской общины Эстонии. Его вклад в культурную деятельность, образовательную деятельность города Таллина и в целом по всей Эстонии был очень большой. Сложно предположить, кто сегодня был бы тем человеком, кто мог бы восполнить эту утрату и заполнить возникший вакуум. Сегодня мы скорбим вместе с его близкими и друзьями и вспоминаем Юрия Тимофеевича как прекрасного политика, культурного деятеля. И, безусловно, он останется с нами навсегда. Последние десятилетия жизни Юрий Тимофеевич отдал дому, в котором мы собрались сегодня, чтобы сказать ему последнее «прости». Придя в Центр русской культуры директором, он не ставил перед собой задачу руководить русской культурой, но свое предназначение он видел в том, чтобы создавать условия для тех, кто ею занимается, реализовывать планы профессионалов, которые знают, каким образом строить свою работу. Под его руководством была проделана большая работа, ставшая основой для создания трех основных студий – театральной, вокальной, хоровой и хореографической. Позднее добавились художественные, музыкальные студии, инструментальный класс. Для того, чтобы культура сохранялась и развивалась, недостаточно просто быть ее носителем. Для этого нужно брать на себя ответственность за ее развитие и сохранение. Юрий Тимофеевич был человеком, который брал на себя эту ответственность повседневно. Во многом благодаря ему, и это не будет преувеличением, сохранилась и развивается русская культура в Эстонии. Потому что для него это была миссия и жизненный путь. Юрий Тимофеевич был сильным руководителем, хорошим организатором, инициировал много различных мероприятий и проектов и в то же время умел доводить каждое дело до конца. Он умел находить каждому человеку свой подход, умел общаться с разными людьми и в то же время оставался верен своим принципам. Юрий Тимофеевич забрал с собой частичку наших душ, потому что он был не просто общественным деятелем, а замечательным человеком. Для многих другом, наставником, помощником. И в то же время Юрий Тимофеевич оставил за собой огромный мир благодарных людей, успешно действующий центр русской культуры и целый ряд начинаний, которые будут продолжать жить. И наша задача в памяти о Юрии Тимофеевиче сохранить все его начинания.
Сегодня, благодаря стараниям Юрия Тимофеевича, в центре русской культуры бурлит не только творческая жизнь, но и успешно реализуется программа дополнительного образования в сфере образования, проводятся курсы повышения квалификации для учителей-предметников, активно работает Народный университет русской культуры. Невероятно много сделано Юрием Поляковым для укрепления и развития связей с ведущими учреждениями и деятелями культуры и образования Москвы и в особенности Санкт-Петербурга. Но первую нашу встречу я помню отчетливо, потому что он выделялся из людского сообщества. Его выделяли в первую очередь глаза, потому что вот его глаза, наполненные энергией и вот какой-то таким желанием действовать, они приковывали к себе, и ты понимал, что это человек дела, человек, который что-то задумал и обязательно это воплотит. И в какой-то момент уже невольно начинал вздрагивать от его звонков, потому что знал, что вот он сейчас опять придумает что-то новое. Вроде уже и фестивали, совместные проекты реализуются между Санкт-Петербургом и Центром русской культуры. И концертные коллективы сюда приезжают, и театральные постановки мы показываем на сцене Центра. И вот он звонит и опять креативит. И ты понимаешь, что действительно он придумал что-то новое, неожиданное, и что необходимо для соотечественников, что это надо сделать, потому что это правильно, это выверено. Он очень тонко чувствовал людей, он умел общаться как-то по-особому. Вот он приезжал в Санкт-Петербург, мы с ним приходили в учреждение культуры, он знакомился с директорами, начинал с ними общаться, и спустя 2-3 месяца появлялся новый совместный проект именно с этим учреждением. Потому что люди заряжались от него этой энергией, они понимали, что это нужно Таллину, это нужно русскоязычному населению Таллина, это нужно и учреждениям культуры Петербурга. Потому что важно тоже было приехать сюда, выйти на площадку Центра русской культуры, показать себя. Я помню, с какой гордостью он демонстрировал нам отреставрированный зал. И я помню удивленные и недоуменные глаза своих коллег, коллег-строителей, коллег из Комитета по государственному контролю охраны памятников. Как? Неужели вот это можно было сделать? Сделать такой короткий срок и за такие относительно небольшие для реставрации деньги? И было видно, что это для него действительно важно. Это был смысл его жизни. И очень непостижимо говорить «был», потому что вот как дальше реализовывать эти проекты, они, естественно, будут реализованы. Мы все задуманное воплотим в жизнь. Но это уже будут другие проекты, потому что это уже будут проекты без Юрия Тимофеевича Полякова. Юрий Тимофеевич Поляков сумел открыть Центр русской культуры для огромного количества таллинцев и гостей столицы, независимо от национальной принадлежности. Он сделал наш дом открытым и гостеприимным для всех. Юрий Тимофеевич являлся также председателем Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии. И его напряженной работой в последнее время была подготовка к 80-летнему празднованию праздника песни и танца «Славянский венок». Прекрасно, когда человек, с которым тебя связала судьба по работе, является твоим другом. И я с гордостью могу сказать, что Юрий Тимофеевич Поляков был другом не только Балтийского дома, не только Петербурга, но и моим другом. И поэтому его уход – это и личная беда, и личное горе, и мое, и нашей команды Балтийского дома. Я думаю, что вот тот азарт, с которым он вел свое дело, та искренность и та, я бы сказал, дорога к диалогу, который он всегда искал, я думаю, вот эти все составляющие вот деятельности мы должны продолжать. Вы знаете, он был не только человеком культуры, но он был замечательным политиком. Политик – это человек, который, на мой взгляд, не ищет точки вражды, а ищет точки дружбы. И он всегда эти точки дружбы, точки, которые связывают Эстонию и Россию, Петербург и Таллин искал. И в этом его огромная заслуга и огромная миссия.
Сегодня мы провожаем в последний путь нашего друга, нашего товарища. Его смерть – большая потеря для всех нас, для всей русской общины Эстонии. Вот с момента получения первого известия о его скоропостижной кончине, скажу по себе, только усиливается ощущение, что произошла чудовищная несправедливость. Смерть вырвала у нас человека, который был настроен на то, чтобы жить, творить добро, приносить пользу людям, то, что он делал на протяжении многих-многих лет. У него была богатая биография, но особенно ярко он проявил себя на посту директора Центра русской культуры, который он занимал почти 11 лет. Люди знали, ценили то, что он делал, он пользовался огромным уважением, и он оставляет за собой по-настоящему вакуум, который нелегко будет заполнить. И я хотел бы заверить, что мы, как посольство, будем готовы способствовать, всячески способствовать тому, чтобы все те планы, о которых он так увлеченно говорил, в том числе и с нами, были реализованы. Это задача и коллектива Центра русской культуры, но мы окажем все необходимое содействие. Это был человек толерантный, невероятно коммуникабельный и умеющий оказывать бескорыстную помощь. В 2013 году он был награжден почетным знаком отличия города Таллина. Невероятная бескорыстная помощь ветеранским организациям. Много было сделано для издания книг и создания фильмов об истории и современности Русской Православной Церкви в Эстонии. Юрий Тимофеевич был настоящим мостом между всеми общинами, разными национальными обществами, представленными в истории. Центр русской культуры выражает глубочайшие соболезнования семье, супруге Валентине Алексеевне, сыну Вячеславу и внуку Кости, которого безгранично любил. Светлая память светлому человеку. Прости нас, Юрий Тимофеевич, и прощай. Господи нашим, аминь.